Всем привет, ребята! Если вы хотите из картона сделать самолет, тогда берите любые материалы. Нам понадобятся два бочка от туалетной бумаги, скотч, либо изоленты, неважно что, белый, либо черный, ножницы и карандаш. Но если вам не видно, я могу взять фломастер. А если вам там не видно ничего, если у вас картон темный, вы возьмите лучше черный. Карандаш он сливаться будет. Ну, мы приступим. Сначала нам нужно взять картон и пометить материалы. Сначала мы должны сделать корпус вот такой вот, и мы берем ножницы и вот тут делаем полосочки. Вот они должны ровненькие быть прям по линии, чтоб потом они вот так вот мы скинали и изолентой вот так вот они скрепились хорошо. Но их лучше по длине делать. Самолет у нас тут, кажется, не получится. Вот если вы хотите, можете сделать вот такую вот самолетку, обычную, легковой. Либо вы хотите сделать бомбардировщик, но можно его сделать без люка, потому что я хочу сейчас бомбардировщик. И я могу сделать без люка, потому что это сложно. А там люк на резинке надо. Это все сложно. Мы лучше сделаем обычный самолет, как у нас летают, на которых мы летали. Но он без окошек. Просто грузовой будет. Если вы хотите, можете сделать не колеса, а, например, лыжи. Либо он в снегах. Либо какие-то штуки, на которых он на воде, если вы хотите. Водные лыжи. Ну да. Это на ваше усмотрение. Хоть любая изолента, хоть полосатая, хоть любая. Я свой самолет посмотрел по вот этой книжке. Она называется «Самолеты». И я посмотрел и начал делать уже такой. Покажи модели какие-то. Вот сейчас. Вот ты этот сделал? Нет, поверни. Я вот так посмотрел, ну там вот так реактивно мы с бабушкой делали. Вот, Билайн мы еще не делали, вот такой вот. Получается он такой. Вот я посмотрел на этот, но тут трубочки. Я сделал, что он не крутится. Вот. Тут у нас грузовой самолет. Ну тут, правда, кажется, он трубы везет. Или просто реактивный двигатель. Вот это, кажется, водный самолет по этим лыжам. Да. Там, кажется, трубочки. Вот. Я назвала свой самолет по своим именем, А-46. Но нам дальше надо делать. Вот так вот нам надо делать, чтобы они все хорошо были. И вот так вот, чтобы они хорошо. Вот если у вас 2 сантиметра или сантиметр, лучше сделайте сантиметр с половиной. Так будет получше они смотрят. Палочки. И как раз самолет удобный. Это сейчас последняя штучка. И все. Берем черную изоленту. Где она? Сейчас Ника все уронила. Ника, вот, а, вот перед тобой изолента. Вот у нас получилась вот такая. Если вы хотите, можете брать белую, черную изоленту. Я белую хочу. Давай.
Так. Бабушка еще серебристую тебе дала. А, ну, а если металлический, нет? Я серебристую. А? Я темненькая, что-то люблю. А серебристая. Она красивая. Ну, вот, в принципе, сейчас... Ну, ты пока не делаешь, потом мы твою будем делать поделку. Вот, мы пока... Вот, чтобы... Вот вы поверх делаете, чтобы, если у вас выше были они, если вы там ошиблись, ничего страшного, вы могли бы вот так вот сделать. И вот. Сейчас мы отрежем штучку эту. И вот так вот у нас получилось. Теперь мы ее берем и вот так вот делаем. Соединяем, да, все, да, в середине. Ага. Конус такой. Может, Николь поможет, подержит, Николь? Вот если вы хотите, можете истребитель сделать, он вот так. Сейчас, вот. Подожди.